Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Сифон Фильтр. Первая часть, Вашингтон Ок, разрушенное метро. В прошлой серии мы с вами ворвались в метро, пометили одну из бомб, а вторая взорвалась, совершенно верно. Как они сказали, в радиусе, по-моему, 100 миль она должна одна в бомбу взрываться, но почему-то нам как-то повезло подозрительно, и мы с вами стали живы. Да, прикинь. Я здесь. Я в норме. Слава богу, я убили. Еще нет, все в порядке, баба. Свяжись с Беном, скажи, что подземка и все. Основная бомба где-то еще. Где Ромер? Видеоканал отключен. Последний раз я видела его продвигающимся к первому уровню. Жаль, двигался к основному тоннелю под улицей. Выход разрушен. Нужно найти другой выход наверх. Найдем. Не ссать. Так, здесь у нас с вами, короче, все в огне. Горит, поэтому нам, ребятушки, сюда нельзя. Да, бронежилет у нас с вами прям на странность целый. Тихо! Тихо! Успокойся! Полудурок! Ты что делаешь? Не ори! Не дома, и дома не ори! Надо спокойнее себя вести, по сдержанию. Какие-то другие ребята, смотри, в других костюмах. Видал? В какой-то другой форме. Не форме. Ворота все завалило, хотя можно было бы и выйти. Так, сюда, по-моему. Да, дальше, правильно? Короче, нужно идти там, где нет огня. Кейп, СБДС говорит, что они не могут подобраться к бомбе на первом уровне. Путь завален обломками. Да, класс. Скажи им не двигаться. Я нашел несколько зарядов Ромера и очистил их. Пускай стоят на месте, правильно. Нечего им двигаться. Они уже доходились. От них все равно толку никакого. Опа, граната кидает. Ты что? Дурик! Успокойся, своего убьешь. Молодец, спасибо. Что ж ты делаешь-то, а? Метро и так разнесло. Бесстрашный. Все, кончились гранаты твои. Все, отдыхай. Ты видал, что творит? Метро и так разрушено, разваленное нахрен, а он еще и гранаты кидает. Что надо быть вообще? Додуматься. Пронести взрывное... Взрывные вообще какие-то вещи в метрополитен. Как тебя пропустили через металлоискатель, а? Все. Отдыхаем. Так, дальше. Опа! Так, здесь надо быть поаккуратнее, ребят. Уйди! Уйди! Опасно! Опасно! Опасно, опасно, опасно. Все, нормально. Больше ничего не опасно. Это мы типа с вами пробрались, короче, на более верхний, как я понимаю, уровень, наверное, да? Задержимся, так, схватимся. Нормально, смотри, вот это вообще просто. Это, ребятушки, я вам скажу, даже... Сам Чак Норрис так не может и по палке одновременно лезть, и еще одновременно в одной руке автомат держать. Это что-то с чем-то, слушай. Я тебя недооценивал, братан-то. Кажется, он даже более накачанный, чем я. Я восстановил неповрежденный видеоканал. Люди Ромера двигаются по неповрежденной части метро. Проверь карту метро. Куда он ведет? Судя по всему, в районе Вашингтон парка. Ага. Скажи Дженкинсону взять своих людей в парк и проверить их силу. Кардю здесь. Пентон говорит, что займется этим. Неповрежденные видеоканалы. Слышишь, расхреначило все метро, а у них откуда-то там неповрежденные видеоканалы взялись. Ладно, хорошо. Так, я вижу бомбу на карте у меня отображается. Прикинь, живая. Думал, ее расфигачат. А, она нам не нужна? Ладно. Стрелять в нее бесполезно, ребята, потому что мы сразу проиграем миссию. Кто хочет поэкспериментировать без меня, пожалуйста. Куда дальше? Дэн, Латун блокирован. Линии разорваны. Ты должен найти вентиль и перекрыть газ. Вентиль? Хорошо. Вентиль так вентиль. Как бы я нашел, вот он, вентиль. Что тут на минутку? Обломками все завалено. Вы же спецназ, в конце концов. Какие вам нахрен обломки там? Закрытый проход. Ну так открой его. Взрывчатка нужна. Так давай взрывчатку-то перетащим, бомбанем еще одну. Вторая уже все равно лишней не будет. Чего уж там.
Так, вентиль, ищем вентиль. Вентиль, квентиль. Так, здесь никого нету. На самом. Зато хотя метро нам больше бегать не мешает. Да посмотрим, фонарик может еще. Фонариком посветим. О, прикинь. Газовый вентиль, в Алве. Я нашел газ и закрываю его. Не нашел газ и закрываю его. Все, ему надо прям в ЖКХ идти работать. Слушай, он прям только так будет всем отключать газ за неуплату. Потому что они слишком много, а что-то... Не оплатили, что-то слишком много им газа здесь пускается. Оп, видал, как часть, и потухло. Конечно, погасло, ага. Чё там такое? Эй, СПДС ждет твоей помощи. Должен пробить для них проход. Используй бомбу. Хорошо, сейчас я им открою там проход. Закрытый. Будет открытый. Это называется спецназ, ребята, да. Да хорош ты, что она хочет от меня? У меня сообщение от Дженкинс. Его команда в парке, но они под обстрелом. У одного из террористов есть пулемет. Чёрт. Пулемет. Нам заняться этим. Как только найду Ромера, я уже в пути. Немного ли на себя берет-то? Откуда пулемет у него взялся? Хотя, ну как во всех фильмах и играх обычно, да. У террористов есть все, у спецназа ничего. Это заядлое уже такое всем известное правило. Ты чё, псих? Псих! Уйди! Куда ты на меня-то лезешь? Сам себя, походу, поджигает. Они вообще какие-то смертники. Не просто террористы, а реально какие-то смертники. Чё делают? Это же надо такое удумать вообще. Специально, походу, сам в огонь бросается, потом на меня. Отвали, иди с дороги. Не мешайся. Я потеряла связь с Логаном. Бомба с вирусом была взорвана в метро. Но... Значит, тогда, когда бомба взорвалась, он остался живой, а тут вдруг он что-то упал, и у него отдышка появилась. Эй, в порядке? Сначала? Я здесь. Вы поп... Я в норме. Короче, взрывчатка находится, ребята, на этаже ниже, вот в этом вот ящике. Вот она, взрывчатка С4. Этого количества С4 тебе хватит, чтобы пробить проход. Классно, спасибо. Надо было, оказывается, сразу здесь поднимать за эту взрывчатку. Потом только подниматься. Ну ладно, ничего страшного. Все равно мы с вами справились. У меня на самом деле такой назревает очень, наверное, интересующий всех вопрос. Как у них так отлично работает связь под землей в метро? Тем более вообще неизвестно, сколько у них до штаба, до этого расстояния. А учитывая тот факт, что он еще и под землей, то там вообще должна быть связь еще хуже. Логика, конечно, огромного количества всяких разных фильмов. Да, как бы она, конечно, присуща. Но все равно вполне интересный... Интересующий, наверное, многих людей вопрос. Но хоть сохранение было контрольной точкой, то радует. Так. Ну да, этого метро уже все равно ничего не повредит, поэтому еще одна С4 здесь лишней не будет. Нормально. Побежали, побежали. Пара-пара-пара-пара-пара. Бам! СПДС уже в пути. Хорошо. Здорово, братан. Как меня... Как вас мне не хватало? Это же из этого. Слушай, у него костюм... Костюм похож, как в этом. У Гомера Симпсона, по-моему, там такие же были. Слушай, ты быстрый, оказывается, однако. А смотри, как он быстро обезвредил бомбу. Всем бы такую скорость, как тебе. Так, чё, короче, он ее обезвредил, получается, текущая, да, позиция ликвидировать Ромеро. Все, нам с вами, короче, нужно идти дальше. Ну, бубух, конечно, был весьма сильный, что сказать. Бомбануло так бомбануло, от души. Насколько я помню, здесь, по-моему, еще одна должна будет быть сейчас миссия. Она такая довольно короткая. Нам с вами надо будет бежать за бабищей, насколько я помню. Или кто там был? Вот. Чё? Логан говорит. Я заметил Мару Раму во фонаре. О! Сохранить, да, мы с вами, ребятушки, прям на этом же идем, сразу не останавливаемся, потому что серия всего лишь была 9 минут. Как раз заодно сразу убьем, как так сказать, двух зайцев. Вашингтон ОК, главная ветка метро. Сообщение от Бентона. Логан, разведка докладывает, что Ромер скрылся с места события.
Дженкинс встречает серьезное сопротивление в парке Вашингтон, и полиция сообщает о 15 убитых офицерах. Мы опасаемся, что в агентстве заявился Крот, который выдал их местонахождение. Личность Мары Арамовой подтверждена Интерполом. Не дай ей уйти. Внимание. Фема. Кто Фема? Фема использует сосочные пути для перевозки аварийного персонала. Не применяй в туннеле никакую-либо взрывчатку или... Повлечу же с собой крушение поезда. В смысле? То есть им можно было взрывчатку использовать, а мне нет? Я тоже так умею. Вы серьезно? Как насчет того, чтобы поезда остановить хотя бы на время, а? Все, прячемся. Отдыхай, братан. В мою сторону ей, да? А, вот в мою сторону, правильно. Отвалите, отвалите от меня. Ну-ка, на тебя. Так. Она где-то там вдалеке, по-моему. Слушай, она прям люто боевая баба-то. Мне такие нравятся, а? Не хочет сдаваться ни в какую. Тихо, прячемся. Я не понимаю, они друг за дружкой в разные стороны, что ли, едут? Или по два поезда проезжают, ничего не понимаю. Какой подряд это уже поезд идет по одному и тому же пути? Вы ничего ли не попутали, нет? Сюда встанем. А что, с другой стороны, типа, все, они перестали ездить, что ли? Похоже, с моей стороны они перестали ездить, спасибо. Все, отдыхайте, ребята. О! С моей стороны поехали, неужели? Теперь опять с другой. Слушайте, их вообще не поймешь, откуда они едут. Мне стрёмно как-то вообще выходить. А, вот с этой стороны едут, нормально. Теперь с моей стороны вообще ничего не поймешь. Какие-то знаки опознавательные, что сделали. Да они просто исчезают на самом деле, видишь? Сейчас с этой стороны справа поедет, я сразу влево с него дёру дам. Слушай, что за бред? В метро никого нету. О, нормально. Баба, ты куда убежала, баба? Остановись! Ух ты, ёлки-палки. Хорош! Но куда было мне стрелять? Где Рамир? Где бомба? Прикинь, живая. Посмотрим. Где Рамир? Баба, ты чё, давай признавайся. У него аж, смотри, как у него аж микрофон аж разрывает просто от его эмоций. Аж как мой пердак прям, вот мы с ним похожи. С вами был Щуранг, огромное спасибо за внимание, до новых встреч, ребятушки, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям, с вами будет много всего классного, не менее крутого и интересного, увидимся на канале и в новых видеороликах, до новых встреч, и переключайтесь, и пока-пока, не забудьте обязательно еще раз поставить лайк, если еще этого не сделали, подписаться на канал и рассказать друзьям, до новых встреч, ребятушки, не переключайтесь, будет много всего крутого,
на встречу.